Всем привет, друзья! И вот никто не говорит о том, что удары российской армии по Одесской области угрожают не только тем, что нельзя будет зерно транспортировать, еще какую-то хрень. Это угрожает огромной безработицей в этом регионе. Ведь уничтожаются фактически рабочие места. А никто, я не слышал в новостях, в других каких-то аналитических программах, чтоб кто-то обсуждал, что люди фактически лишаются рабочих мест. И как им дальше жить, непонятно. Если, допустим, в данном населенном пункте это фактически стратегическое предприятие. Больше нет никаких предприятий. Вот что вы думаете по поводу этого?